шестерка, нижняя левая залечена. А, в принципе, ничего там критического не было. Но в любом случае, 80-85 долларов в Польше за один зубик, за пломбу, вы не доположите. Поэтому, ребятки, все, кто похабно относится к своим зубам, не надо. Особенно, если вы находитесь не в странах СНГ, где, в принципе, все это можно бюджетно сделать. А, прям язык не чувствую. Заботьтесь. Чистите, полощите нитки зубные, хорошие пасты, не экономьте, меняйте щетки. Оно того стоит, оно того стоит. Потому что чем дальше, тем хуже. И не бойтесь сейчас врачей, никого не бойтесь. Анестезии сейчас очень крутые. Врачи, в принципе, тоже все хорошо себя показывают и зарекомендовывают. Ну, единственный момент, то, что все врачи, которым я ходил, которых посещал, это были врачи с постсоветского пространства, так скажем. Поэтому в их качестве, в их умении, в их навыках я не сомневаюсь. Как работают здешние медики, европейские, поляки и прочее, не знаю. И как бы не хочется особо проверять. Вот, поэтому лечите зубы, следите за зубами.